Кандидаты на пост президента Афганистана Абдулла Абдулла и Ашраф Гани готовы сотрудничать в формировании правительства национального единства. Соответствующее намерение они подтвердили в подписанной в пятницу декларации, заявив о готовности составить детальное политическое соглашение, независимо от того, кто из них будет объявлен президентом. Эта декларация отражает наше чувство национальных обязательств и долга поставить интересы Афганистана, каждого ребенка, каждой женщины, каждого мужчины превыше всего, сказал Ашраф Гани. Соглашение, подписанное при посредничестве госсекретаря США Джона Керри, призвано положить конец острому внутриполитическому кризису, разразившемуся на фоне разногласий кандидатов по ходу подсчета голосов во втором туре выборов. Абдулла и Гани пообещали признать результаты голосования.